штурмовик. Именно он наносит основной урон. Штурмовой дробовик наносит тяжелый урон на близких дистанциях. Осколочные гранаты делают цель уязвимой, помогая увеличить урон вашего штурмового дробовика. Используйте миномет против медленных целей, чтобы нанести огромный урон с расстояния. Не забывайте о персональном щите. Чтобы нанести наибольший урон, начните атаку с осколочной гранаты, а затем переключайтесь на штурмовой дробовик. Когда монстр движется медленно или стоит на месте, переключитесь на миномет. Если монстр остановился, чтобы убить вашего товарища, ловите момент. Если монстр движется быстро, цельтесь выше, стреляя по дуге с упреждением.